Частушки про рекламу. Вы их любите смотреть, да? Про Памперс. Любите, не любите, но приходится, да, кому-то? Вот уже и в частушечках она есть. Рекламные частушки. Прошу, дай-ка уши поношу, чтобы было места больше под рекламную лапшу. Стели волна, стели мышки, Боже правый, сохрани, перхоть кариес под мышки и критические. Туалет я не хожу, а почему я не хожу? В ведерном памперсе сижу. Жена мужа сковородкой, ручка отвалилась. Нет, Тефаль плохая фирма, зря она отвалилась. М&М's твердые не капают, только вот одна беда, унитаз царапают. Осторожней, дети! Я давно для похудения начал фейри принимать, потому что только фейри жир умеет рассчитать. Мы купили унитаз, а он, зараза, там плюется. Слава Богу, что не в глаз. Сникерс жаловался Марсу, сидя с ним на лавочке. Баунти сбежал от Пиксу, у него две палочки. Это ж можно зареветь. Я расстраиваюсь сразу, фильм приходится смотреть. Я расстраиваюсь сразу, фильм приходится смотреть. Я частушки все бы пел, да что-то стало жарко. Сам хотя и не устал, а гармошку жалко. Ну хлопайте сильнее, а я со сцены ухожу. Надо скромнее.